В Булунском и Анабарском районах пурга. Метель при ветре 14-19 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится ниже 37-42 градусов, ниже нуля. В Тиксе из-за непогоды отменили учебные занятия. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Распоряжением главы администрации поселка Тикси в ноябре месяце была утверждена новая пурговая комиссия. На сегодняшний день в связи с погодными условиями уже второй день отменены занятия в школах, дошкольных учреждениях и работа женщин, имеющих детей дошкольного возраста.